Что ты делаешь? Снимаешь? Нет, прицеливаюсь. Ты снимаешь там, где... Ну, конечно, да. Надо же тоже свою лепту внести. Как это? Лепта и тогда. Да. А еще, знаешь, Дим говорит, нет, YouTube вести это вообще не для меня. В кадр залазить прям с радостью, в припрыжку бежит. Да, в припрыжку бежит. А я тут покажи. Вот такие вот просины со стороны. Да? Оба, причем, оба утром в одном кадре. Чешу. Как вас-то останавливать-то? Сюда же? Красную кнопочку даже. Бам! Ну что, доброе утро. Карелия, день три. Три ведь? Раз, два, три. Нет, уже четыре. А мы сегодня на Валаам. Приехали, припарковали машину. Здесь же паркуются автобусы. Это, оказывается, здание старой ратуши. 1885 год. Яркий пример декоративной деревянной архитектуры в стиле эклектики второй половины 19 века. Мы с вами вот это все посмотрим потом, так же, как и прогуляться посортовали. А сейчас мы пойдем искать место посадки наших поп в метеор. Так, идем на причал искать. Кстати, было очень интересно, мы подошли к будочке продажи билетов, с нас взяли аванс. А целиком, то есть не нужно оплачивать билет, типа на месте. Но сейчас со всем этим делом разберемся. Ой, помоечка. Ну, как я понимаю, здесь какая-то мини-сцена. И а-ля летний амфитеатр. Мои куда-то туда уже ускакали, пойду их догонять. Слушайте, ну утро, конечно, в Карелии божественное. Я вас обещала вчера провести по территории базы и показать шикарное озеро, но сил у меня уже не было. Дмитрий Ильич спек такую бомбическую пиццу, что силы закончились после ее поедания. Мы все отрубились и спали, как младенчики. Причал номер два. Фудтрак. Каши дня, яичница. Ммм, какая прелесть. Вот. Сейчас узнаем все. Мы приехали чуть раньше. Сидим, ждем. Ладога у нас большая, глубокая, суровая. Туманы тоже бывают. Ветра, волна. Все подряд. На территории обители. Я уже говорила, что мы не любим экскурсии готовые, поэтому пошли гулять самостоятельно. Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, как вы доехали на катерочке? Вообще отлично. Вы даже могли это наблюдать. Вот. Вместе с нами ехали, можно сказать. Да. Смотрите, интересный цвет куполов, да, такой бледно-голубой, прикольный, как небо. Пустельный. А, в общем, нас довезли от пристани на автобусике. Цивилизация. Да. Здравствуйте, артисектор, здравствуйте. Рядом стал такой, ну когда же до меня кадр перейдет. Еще слов не дали. Это знаешь, как называется в этом? Маша и медведь, да, Саша? Да. Меня покажи, меня покажи.
Не-не, Татьяна, а что хотел бы снимать? Что? Заснимите травку, посмотри, какая прелестная. Ну так ухаживают. Ухаживают. Все красиво. Все красиво. Кстати, вход 150 рублей на территорию монастыря. Ну и что еще? Нагуляем, покажем, расскажем. Автобусов было несколько, то есть, ну как бы, да, по мере прихода катерочков, метеор огромный приплыл, по мере прихода катерочков, соответственно, идет загрузка людей, доезжание. Если идти, то пешком сказали идти минут 20, ну, там прям так в горочку, довольно-таки высотенько. А мы, соответственно, доехали спокойно минуты за 3. И поехали дальше. Я так подозреваю, что внутри храма, скорее всего, снимать нельзя. А, приходит молодой человек. Юбочки. Головной убор. Я хитрая, на мне капюшон. Прячется. На него юбку не одели. Так, что мы еще с Аленой нашли? Туалет 40 рублей. Здесь же, ну, такой, да, местный продуктовый магазинчик. Копченая рыба, ковришки, квас, студеный кофе. Алена, покажи, что мы купили. Мы несем мальчикам пробовать две вот таких. Называется это печенье. Но по факту это как будто бы медовая ковришка. Сейчас попробуем, узнаем. И пошли мы искать прокат электротранспорта, чтобы погулять поактивней по сей территории, ну и побольше увидеть. Туалетик вот. Дима сейчас будет, когда будет монтировать, будет ржать. У меня, как обычно, прямо в руках отвалилась ручка от туалета. Докладываю о последних событиях. Позвонили в прокат электровелосипедов и каров. А, к сожалению, вообще сложно ориентироваться на местности, где ты первый раз. А, прокат электрокара 4500 с водителем, час, аренда 2 часов. Нужно по записи, по очереди. И велосипед, электровелосипед 500 рублей час, 3000 залог. Оплата только наличкой, ни переводов, ни терминалов нет. Поэтому приезжая на Валаам, берите нал, друзья мои. Пока куда мы идем, не скажу. Дмитрий Юрьевич впереди не вижу. Какое-нибудь очень интересное деревянное зодчество. Вот это я больше люблю, чем каменное. Я так подозреваю, что мои собратья решили погулять ногами. В 12.45 отсюда мы можем уехать на пристань, либо спуститься ногами сами. Благо, это вот туда. Туда-туда, вниз. Ну, мы давай сначала выясним, куда мальчики пошли. Полетать? А мне летать охота. А электровелосипед не хотите? Аленка не умеет. Да. Саша, у тебя упущение. Почему жена не умеет на электровелосипеде кататься? Это не у меня упущение. А у кого? Это у природы, когда она рождалась в этот мир, с вестибулярка человек слабоват. Поэтому... Нормально. Можно натренироваться. На качельках жену почти. Слушай, какая вестибулярка? Она вон совершенно шикарно по волнам прыгала и даже бени делала. У нее жопа была примагничена к стулу. Ну так у нее там будет примагничена к сиденью. Так, ну что, гольф-кар мы забронировать не смогли. Мы только приехали. Оказывается, это нужно делать прям шустренько, прям по приезду, возможно, даже заранее. Все забронировано. Нам здесь 2 часа еще по факту находиться. Но я думаю, мы придумаем, чем заняться. Где погулять, что посмотреть. Саша предлагает нам... Да. Вот они, гольф-карчики. А кто-то очень интересно ездит спиной в гольфкарчике. В общем, с гольфкаром мы про УУ. Ну, что поделать? Пойдем гулять ногами.
идем с Димой ржем. Сейчас мама звонила. У родителей упала яблоня. Дима собирается ее распилить и какую-то красоту из нее сделать. Ну, поделку деревянную. Поделку из яблони. Да, из яблони. Я говорю, а что ты всю яблоню заберешь? Это, наверное, звучало, Дим, так, что я у тебя жадничаю, да? А мне. Александр, куда мы идем? Ты снимаешь, да? Да. Я чуть не сказал кое-что. Ну скажи, мы идем в Никольский скит. Вот я хотел что сказать. Скитаться? Скитаться. По диким степям Забайкалья. Кленовые листья вот такие. Машины. В общем, не дождались мы никакого транспорта. Пошли. Ой, смотрите, там пасека, да? Да. И пошли мы топи-топи, ежик, топи-топи, крош. Вот дальше очень интересно по возвращению домой, что у нас будет на весах. Плюс-минус. Средний. На весах, да. На весах будет плюс 480. Почему? Не, ну это суммарно у нас у всех. Это а как? Дальше разделим. Санька! Нет, соберем общую. На 4 грамма. Как он пустит, что-то сразу было. Вот чтобы вы понимали, мы все время ржем. У меня болит челюсть, она мне реально уже... Смотри, мак. Че, мак? Да. Запрещенное растение. Давай, давай, запрещенное растение. Нет, не мак. 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 Да, так, Саня, молодчик, собирай вечером, блин. Дура. Все, попали. Это не мак. 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 Просто это мак. В общем, попали. Идем мы гулять ногами. Топ-топ, пятачок. Слушайте, вообще почитала, здесь, в принципе, еще как бы поселок находится в Алам. Люди здесь живут. Нет, здесь почта, здесь магазин. Ебать. Да. Где? Это от пиццы все, блин. Ладно, все. Дёзёчек. Ну, была, он переехал, бегемот. Стой, покажи. Ну, показывай. Роза. Где? Нет, шиповник. Так шиповник. У меня тут Алёна Батьковна в кадр лезет. Её ж нельзя показывать? Бегемот! Да, должен быть. Расцвете. Это Макси. Это Макси? А у тебя короткий был? А у тебя был? Ну, Макси, он на 30 сантиметров. А у тебя был Шипокси. А Дима полетал, красиво полетал. И я вам показывал. Я вам показал. Так, ладно, пошли. Я думаю, у нас вот сам этот влог самый летательный, мне кажется, будет. Да. У нас очень интересно получается. Я болтательная часть, Дима летательная часть. Это очень удобно. Пока я болтаю и ржу, Дима летает. А я сводная часть. А Дима сводная. Фу, Саня сводная часть. А Саня и ржет, и летает. Да. И болтает. И рюкзак с водой тащит. А я ее держу. Турист. Я турист. Я завтракающий. Я позавтракавший турист. Мы идем. Нашли очень красивый визуальный вид, но у меня камера в руках не было, поэтому вот это там. Смотрите, какая красота. Дима обучает Пойдем. Молодого бойца, как снимать. Пока Дима с Аленой тренируются. У нас ребенок потерялся. Большой. Большой. Вон там красота, вода, 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 вода. Кстати, жара, все-таки в Карелии специфичный воздух, и на улице не так много градусов, не больше 20, а по ощущениям, как будто все 30. Лично я уже свариваюсь. Мы шли и дошли. Судя по всему, это какой-то из скитов. Наверное, мы сейчас все это узнаем, пока идем вот к такой красоте. Я бы, наверное, сейчас уже поплавала, что-то мне так жарко. А где Дима? Нету его. Мы потеряли Диму. Некому будет монтировать влог. Без Димы это останется просто камерой. Ой, красота какая. Красота. Что, идем гулять дальше? Искать наших товарищей. Слушайте, ну, конечно, зелень на территории просто вах. Все пахнет, все цветет, все такое красивучее. Очень классно. Чай, кофе, выпечка, пряники, сувениры. Ну, я поняла, где искать своих гавриков. Где-то там, в чаях и в кофеях. Ой, на скрипке женщина играет.
часовня, построенная буквально несколько лет назад. Очень интересная стилистика, красивая. Нам осталось найти Дмитрия Юрьевича. Он нас куда-то сблондил так, что мы его найти не можем. Поел, тот много шагает дальше и снимает. Там он где-то Дмитрий Юрьевич идет, я видела его. О, вон наша зеленая футбоечка идет с черно-белой кофточкой. Дима! Я тебе камеры помашу. Дима! Если ему камеры помашу, при монтаже меня покусают. Но красота. Вот с таким видом мы сейчас кушали. Очень вкусно. Выпили лемонграссовый чай. Съели местный пирожок под названием штрудель. Он, конечно, не штрудель, но вкусный. О, Санчи есть еще. Мы сейчас к нему заглянем в булку. Угу. Вот это Саша, муравьи. Да, это Саша. Это Саша пьет чай с муравьями. Да. Тебе вкусненько? Обалденно. Обалденненько. Жена у Саши за чаем. Рекомендую. Вот так же мы скакали. По полям, по полям. Смотри. Тынс-тынс-тынс-тынс. Бумс. Холосо. Так, у нас приехало. Мы на лазочных шхерах. Красота неописуемая. Это наша любимая. При всем уважении. Лучше, чем на Балааде. Ну, здесь, как говорится, не любитель. Но для меня это прям вообще космос. Пойдем гулять. У нас полчаса на погуляшке. Дима там делал всякие проводочки. Сейчас он пойдет летать, птицу запускать. А мы с вами пойдем по камням.
пока ехали, молодой человек, который управляет этим судном, рассказывал о том, что здесь около 600 скал. Шахеры переводятся с финского как скалы. Отсюда слово за штирица, да? Шахеры, штирица и прочая история. Народу прям реально много. Получается, можно подобрать прям тур, чтобы вы не только на Валам заехали, но еще и на Шхеры. Это будет очень круто. Но здесь уже выбираете сами. У нас было прям целенаправленно, чтобы мы сюда на эти красивущие скалы попали. Я сижу прямо на скале. Она теплая. От нее прям, знаете, как на печке. Попе тепло. На Валаме, кстати, прохладно. Одевайтесь тепло, потому что Ладога, она априори холодная, да, с нее. Она не прогрета еще, она, как капитан сказал, не прогреется до такой степени, чтобы с ним был такой теплый воздух. Поэтому, вот, допустим, где мы чай пили, там прям, ну, пока Дима подождали, Дима потом посидел, покушал. Я даже подмерзла немножко, поэтому сейчас сижу, отогреваюсь. А еще, я на носу и на корме яхты, ну, или яхты, лодочек, не знаю, как правильно назвать, поплавала. Мне очень понравилось. Где-то Дью должен летать. Ну, мои, конечно, проводки не такая эпичность, как товарищи, которые умеют дроном управляться. Но, тем не менее, тоже красивенько. Если бы можно было ощущение воздуха передавать через влог, это было бы, наверное, самое лучшее изобретение. Это просто невероятно влажный, густой, сосновый, такой, ну, хвойный, очень-очень вкусный. Кстати, вдруг будете гулять, как я понимаю, всех привозят на один остров. Вот такие красненькие стрелочки, как ориентиры. Ну, опять же, чтобы вы не потерялись. У всех разный уровень топографического. Новенькие. Красота. Обожаю такие корни. Так красиво. Ну, ясно, а мы не видели. Да, Юля летает. А я Диму нашла по звукам. Дим, все, сажаешь птичку? А то люди пугаются. Ага, ой, дрон. Я говорю, да мы летаем, не пугайтесь. Канал неугомонный просит. Да. Где твоя жена? Моя жена, мне с мамой интересно, где да? она вообще. Камни обнимает. За какими елками ее искать, понятия не имею. Если только сама найдется. Thank you.
оказался Саша, сидящий на камушке. Сидит, ничего не делает, никуда не бежит. С одной главной мыслью. С какой? Где лес? А лес, вот. Он как интерес. Нету леса, нету интереса. Иди елки обнимай. Как тебе? Да замечательно. Вот ты вообще в Карелии первый раз? Первый раз, да. Ощущения? Обалденные. Например? Ну, первое, что бросилось в нос и в голову, это свежий воздух. И причем, на самом деле, без смеха, воздух совершенно другой. Вот даже невозможно это описать, но сначала дает по голове свежестью своей так, что забываешь даже свое имя. А потом... Тебя зовут Саша. Да, меня 83-го зовут Саша. Года выпуска. Да, выпуска 83-го, да, даже месяц вспомнил. Ну вот, а в целом нормально, обалденно. Вот ты был на Черноморских побережьях, да, неоднократно. Вот что ты скажешь, где получше будет? Или везде хорошо? Нет, и там по-своему хорошо, а здесь... Еще лучше. Здесь еще лучше, да. А Дима здесь спит как младенец. Да, кстати, Дима спит как парадокс. Младенец. Парадокс. Да мы тут оба, мне кажется, как младенцы спим. Угу. Друг друга... Я дома так не высыпаюсь. Перехрапливаем. Ну, у нас битва начинается. Ну да, да. Битва... А, вот вы поэтому и дрыхнете по полночи до обеда, что вас... Кто кого перехрапит. Да, что вы всю ночь храпите. Дома даже не храпим, а вот здесь понеслось. Нет, честно, я... Вот и ответ на вопрос. Камни теплые. Вообще обалденно, аккумулируете. Я даже у себя в родном доме не так могу комфортно спать, как тут почему-то. Да я не знаю, в чем причина. И у Димы теперь в голове дилемма. Арендовать дом здесь и жить летом месяц-полтора, да. Либо строить. Да, у меня дикая затея. Вот мы расчет утром проводили. Или купить домик, ну, не знаю, за 6 миллионов небольшой домик, где-то квадратов на 40, на 50 поставить, ну, чтобы приезжать летом отдыхать на 3 месяца, да, июль. Ну, все 3 месяца август. Ты здесь не проживешь, ты свалишь? Ну, кто тебе сказал, что это плохо? Ты, во-первых, никуда не свалишь, тут как раз и идет очень хорошая атмосфера, чтобы работать. Да, именно, кстати. Вот удаленно. Да. Удаленно. Ты поработал продуктивно, а вечер пошел, ты погулял. Отдохнул морально, слушай, физически. На следующий день перебью, пустил корни здесь новой жизни. Да. Нет, слушайте, вот. Поэтому у меня вот такая затея. Вот, и закончу мысли тем, что как вы думаете, подписчики, или лучше взять на 2 месяца дом снять. Да, заплатив одну сумму денег. А можно мы сразу вопрос зададим? А вдруг у нас кто-то... Где мы подсчитали? Где мы подсчитали? За 20 лет, да. Снимая каждый год на 2 месяца, у нас получалось 5 миллионов. Нет, мы месяц считали. Ну, 10, ну хорошо, 40 миллионов. Да. Это на 20 лет. Не 40, Дима. 6 миллионов. Мы 5400 посчитали на 20 лет. 5400 на 20 лет. Короче, сейчас счетовой... Вот, что лучше, что лучше? Вот построить дом? Вы туда? Да, хорошо. Или просто тупо снимать. У меня, знаешь, какая мысль? Нас же очень много ребят разных смотрят. А вдруг есть кто-то, кто в Карелии, у кого какая-нибудь своя классная база отдыха? Мы вас попиарим немножко. Да, и вы нас можете пригласить, мы за денежку. И мы не откажемся. Да, и мы не откажемся. Ну, вообще слабохарактерно в этом случае. А вот мне чем понравилась вот эта вот история в Сартовале. Во-первых, рядом магазин, да, Дим? Рядом вся город. Есть инфраструктура. Да. Очень хорошо, мне это нравится. Мы не успели приехать, еще даже не заселились. Мы уже заехали на Валберри, забрали мои протеиновые батончики, которые я ем. А в разнообразии к нашим сибирским. Возможно, кто-то действительно вот так же, допустим, да, как в Бастионе сдают. Вот критерии. В Бастионе чего мне не хватает, это стиралки. Мы вчера с Аленой играли в енотов-полоскунов, высадили полностью весь бак с водой. И это все еще сохнет. Ну, так себе история, то есть расходы воды гораздо больше, чем это было бы при стиральной машинке. В остальном вообще идеально. И, кстати, про работоспособность, Дим, да, по себе скажу. Да. А, я тут, я жужжу, как жужжалка. Я в других местах не такой трудолюбивый, и мне КПД тут повышается почему-то. Можно секрет открою? Да. Он нас кормит уже 3-й день. Чтобы Дима столько готовил, да еще вкусного, это нонсенс. А по себе скажу, у меня приходят, знаешь, я, во-первых, быстро делаю, и мгновенно приходят какие-то такие, да, связки рабочие, идеи, ну, которые так, ну, мгновенно сказала, реализуются. КПД повышается. Выше. Почему-то, я не знаю, вот это необъяснимый фактор. Нету, как бы, я всегда... Усталости нет. У меня всегда есть ответ на любой вопрос, но тут у меня остается так вопрос. Ну, подожди, может, он еще придет. Со временем надо, наверное. А завтра вы с нами поедете тусить на рок-фестивале. Да. Посмотрим, будет просит плясать? Нищ. Я же трезвый. Трезвый не пляшут. А давай я за руль сяду. Хорош ты, я посидею тогда. Думаю, тебя покрасим. Будешь коси и бей. Каждый раз хана красить. Да.